Есть такой подход. По-моему, очень эффективный подход ко всему. Если Алиса, например, использовала свободу потенциала для того, чтобы создать клиента, да? И она участник инвестиционного что? Проекта. И она нам предлагает что? Просто инвестиционный проект в Ставрополе на сегодняшний день. Участвуем мы в инвестиционном проекте в Ставрополе или не участвуем? То есть мы уходим от услуг вообще. Нам предлагают вложить некие активы в некую финансовую операцию. Хотим мы это делать? Мы это что? Делаем. Не хотим? Просто отказываемся от финансовой операции. Мы не просчитываем сделку. Выгодно, невыгодно. Мы смотрим, реализуемо, нереализуемо, когда мы и сколько вытаскиваем. Все. Денег. На этом разговор заканчивается. Совещание о теме вкладывать, не вкладывать, кто вкладывает, кто поднимает руки, кто участвует. Замерзло, что ли? Кто участвует, кто вкладывает деньги, занимает сколько? 15 минут. Нечего обсуждать. Не участвую. Кто играет? Один человек, все против. Все остальные пас. Все, значит, один человек вкладывает, и он участвует в этом. Или он говорит, раз все против, то и я пас. Не хочу один участвовать, хочу с кем-то. Всем все понятно. Мы просто говорим клиенту о ревидерчике. Понимаете? Просто говорим клиенту, это ревидерчик. Вы что думаете, я вас сюда пригласил для того, чтобы вот это вам рассказать? Нет, это я такая нахер. Я вам про другое хочу рассказать. Совершенно другую интересную вещь. Когда я вам рассказываю теоретические основы финансов, для того, чтобы вы поняли то, что я вам буду рассказывать. Всего лишь нас. Что вы скажете по этому поводу, по такому подходу к вопросу? Сразу видно, что со стороны смотрят. Нет, так оно не видно, оно сразу же... Вернее, заявляет желание. Да. И, соответственно, чем хорош метод, ответственность он сам несет, ну, каждый человек. Не будет такое хрени, там, перераспределение. Там, давайте, мы сейчас посмотрели с вами на адвокатскую услугу. Давайте пройдемся по другим видам услуг, для того, чтобы было понятно, как они превращаются в инвестиционный проект. Давайте, вот смотрите, есть сложная услуга, которую сложно превратить в инвестиционный проект, например, личная охрана, да? Очень сложно превратить в инвестиционный проект. Согласны с вами? Ксюх, согласны? Да, очень сложно. Давайте я попытаюсь ее превратить в инвестиционный проект сейчас на ваших глазах. Итак, кто-то использовал свободу потенциала, кто-то ее использовал. Берите эту хрень в сторону, снесите так, чтобы она на меня не дула. Кто-то использовал свободу потенциала и нашел, увидел некую систему, которая, ну, положение вещей, где как бы требуется что-то там. Да? Когда я выставляю охранников, я что делаю? Я оказываю охранную услугу. Это похоже на менеджмент? Это очень похоже на менеджмент. Мне нельзя ни в коем случае пойти таким путем. Почему? Тогда я точно проиграю. Давайте я посмотрю на этот вопрос с иной точки зрения. Могу я сделать ставку на технологию? Могу. Притом свобода потенциала у меня что? Есть. В виде технологии 2S AO. Есть такое дело? Mm-hmm. Есть. Поэтому я ставлю на технологию. Я ставлю на технологию. Телохранителей буду использовать как рычаг решения этой задачи. При наличии у них свободы этого потенциала.
То есть я как бы объединяю две свободы потенциала для решения этой задачи по изменению положения вещей. Обратите внимание, я не вкладываю ни копейки финансовых средств сейчас. Дальше я задаю третьей стороне, то есть я делаю вот этого клиента участником финансовой операции. И спрашиваю, какую сумму денег он готов инвестировать в изменение положения вещей. В изменение положения вещей. Для того, чтобы оно изменилось вот до такого. Он говорит, готов $100, да? Мы смотрим. Соотношение свободы потенциала. При инвестиции в $100 данная сделка какая? Невыгодна. Мы говорим, для того, чтобы вы могли участвовать в этой сделке, чтобы вы могли в этой финансовой сделке, вам придется инвестировать финансовых средств $100,000, чтобы вы были полноправным участником этой сделки. И тогда нам нужно будет что? Назначить управляющего финансовым проектом. Человек говорит, я не могу инвестировать $100,000. Тогда если вы не можете инвестировать $100,000 в этот проект, то положение вещей изменится, и вам будет нечего больше инвестировать никогда ни в какие другие операции. Притом вы будете лишены возможности инвестировать в какие-либо другие операции в силу того, что вас не будет на белом свете. Вот и все. Поэтому вам решать, участвовать в этой финансовой операции или не участвовать, как равноправный партнер финансовый. Если вы не хотите участвовать в этой финансовой операции, то в таком случае положение вещей изменится в обратную сторону, еще хуже. И тогда вам не надо будет участвовать ни в каких финансовых операциях больше до конца ваших дней на планете Земля. Или вам вообще не нужно будет, вы не будете иметь возможности участвовать, так как не находитесь с наличием физической субстанции. Да, то есть как бы, у вас не будет возможности участвовать ни в каком бизнесе больше. Вот и все. Хотите участвовать? Пожалуйста, не хотите, у вас не будет вообще возможности участвовать ни в каких финансовых операциях больше. Мире духовного бизнеса нет. Да, в мире духовного бизнеса нет, к сожалению. Да, к сожалению, и бизнеса нет. Да, вот так. Да, поэтому вы либо вкладываете 100 тысяч, опять та же вилка, вы ли платите 100 тысяч и получаете возможность заниматься бизнесом дальше, либо вы что? Не платите 100 тысяч, у вас нет ни бизнеса, ни возможности заниматься бизнесом дальше. Цена вопроса. Положение вещей. Вот вам инвестиционный проект по охране и обороне лица, как конкретного бизнесмена, физического лица. Ребят, обратите внимание, я говорю, наймите нас, пожалуйста, в качестве экспертов, мы самые лучшие. Что человек говорит? Нет. Докажите, докажите, я объясните, я подумаю. Таких, как ты. Таких, как ты, нет, не было и не надо, да, и так далее. Думаю, да хрена, что он говорит. Когда я говорю то, что я говорил сейчас, я его приглашаю в инвестиционный проект. Не хочет участвовать? Это его личное дело. Разговоры с клиентами занимают сколько? 15 минут. Он вкладывает свободу потенциала или не вкладывает свободу потенциала? И последствия отказа от сделки. Все. Быстро и качественно. И не надо никому ничего предлагать, продавать и так далее и тому подобное.
Вызывать доверие. Вызывать доверие, завоевывать его у кого-то, да? Демонстрировать компетентность кому-то, да. Не надо ничего делать. То есть человек либо участвует в финансовой операции, либо не участвует. А если я ему предложу заработать на этой финансовой операции? Помимо того, что он вкладывает, у него же должно быть что? Прибыль. Если я с ним начну разговаривать о прибыли от этой финансовой операции, это как-то изменит положение вещей? Очень. То есть, какой смысл оказывать услуги, когда можно вынимать деньги? Какой смысл оказывать услуги, если можно вынимать деньги? Если человеку показываю, что вложив 100 тысяч, положение вещей изменится так, что ты сможешь заработать 1 миллион евро. Если захочешь, конечно. Это как-то меняет положение вещей? Или 1 миллион евро, или нет бизнеса и нет тебя. Что человек выберет? Всегда. Не надо проводить переговоры с человеком? Нет. Все, на этом все закончено. Кстати, сколько я говорил? 5 минут? Хочешь, я тебе нарисую, как ты вытащишь 1 миллион евро?